Да, волнуйтесь, давайте. Переживайте, волнуйтесь. Как? Спасибо огромное. Я рада приветствовать всех присутствующих в этом зале и благодарю хозяев этого гостеприимного дома, музея Бенуа, за то, что они необыкновенно гостеприимные люди уже не в первый раз предоставляют нам этот зал для возможности встречи с нашими слушателями. А сегодняшний концерт мы уже не в первый раз посвящаем творчеству ленинградского, петербургского композитора Георгия Ивановича Фиртича, который минувшей осенью отметил бы 85-летие со дня рождения. А день большого праздника для нашего города, который теперь называют Днем Ленинградской Победы, который мы все ждем 27 января, этот день как раз стал днем ухода Георгия Ивановича Фиртича из жизни в 2016 году. Это случилось. Но тем не менее, концертный сезон у нас в разгаре, и мы снова обращаемся к музыке этого композитора. И когда я готовилась к сегодняшнему концерту, я, конечно, очень много думала о том, что я скажу в выступлении, как я, так сказать, представлю этого композитора, которого вы наверняка прекрасно знаете, знаете много его произведений. И я в очередной раз поняла, что в рамках одного концерта обрисовать музыкой личность, многогранную личность этого композитора не представляется возможным. Поэтому мы постараемся сегодня такое, пригласить вас в такое своеобразное музыкальное путешествие лишь по некоторым жанрам, в которых работал композитор Георгий Фиртич. И сегодня для вас музыку Фиртича будут исполнять вместе со мной солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, а также солисты других музыкальных и драматических театров нашего города Владимир Садков и Игорь Шумаев. Не могу не сказать о том, что эти артисты являются также исполнителями центральных ролей в музыкальной мистерии Геннадия Тростенецкого на музыку Георгия Фиртича. Я говорю о музыкальной мистерии «Белый Петербург», которая с 2015 года нисходит с театральной сцены
театра музыкальной комедии. В 2015 году была премьера этого спектакля. Это произведение стало последним произведением Георгия Фирсича, во всяком случае, его последним произведением для театра. Но очень радуюсь, что спектакль жив, вызывает огромный интерес. Мы всякий раз с нетерпением ждем каждого очередного спектакля. И я в том числе, и многие присутствующие в этом зале, я знаю, что ходят не то, что не первый, не второй и не третий раз, а уже десятки насчитывают раз, когда они были на этом спектакле. И все не надоело до сих пор. Мне, по крайней мере, точно. Вот, начнем мы сегодняшний концерт с камерного произведения Георгия Ивановича. Я должна сказать, что камерная музыка – это вообще особая сфера в его творчестве. Это подлинная лаборатория музыкальная композитора, где он пробовал и создавал эксперименты, какие-то попытки, может быть, новых жанров. Во всяком случае, это совершенно необъятное просто поле для исполнителей, и очень многие произведения, к сожалению, исполняются крайне редко. И вот сегодня мы хотим представить вам цикл на стихи Валерия Брюсова, который называется «Северный свет». Этот цикл очень давно не исполнялся, и мы познакомились с этим циклом в этом году впервые. То есть для нас это будет первое исполнение. А вообще хочу сказать, что Георгий Иванович очень часто обращался к поэзии Серебряного века, но вот обращение к поэзии Валерия Брюсова, если я не ошибаюсь, это вот единственное произведение, в котором вот произошла встреча, так сказать, композитора и поэта. Цикл называется «Северный свет». Он состоит из трех номеров. Пейзаж, вечер, северный свет. И я приглашаю Игоря Шумаева, которого я уже чуть-чуть представила вам. Стоном, 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 о-о-о-о.
простором суровым и нежным. Душу мою, душу мою. Сосны недвижны на острове, словно в дивном краю. Тихие волны лепечут любовно. Консерватории и до практически последнего года своей жизни, потому что спектакль «Белый Петербург» также содержит очень много стихов Блока. Внутри спектакля они присутствуют. И сейчас мы исполним такое произведение. Я не могу назвать его романсом, не могу назвать его «Вердича» Блока. Написанное еще очень молодым композитором, произведение датируется 1961 годом. Фиртич еще студент или, может быть, вот выпускник консерватории. Хотя в это время он уже был автором музыки к нескольким кинофильмам, которые, может быть, так сказать, стали самыми известными в его творчестве и несколькими очень значительными произведениями, как «Кантата Ленинград», например, и в то же время вот эта попытка такого первого обращения к поэзии такого сложнейшего автора, как Александр Блок, свидетельствует о том, что Георгий Иванович Фиртич, немножко потеряла я не то что мысль, а не хочу сказать сложно, а сказать просто... Не знаю, подойдет ли, потому что произведение непростое. Суть вот в чем. Юрий Иванович Фиртич никогда не шел по пути просто, так сказать, музыкальной передачи настроения какого-то поэтического текста или стихотворения. Это всегда рождало новую музыкальную форму стиха. И вот сейчас вы услышите, как, в общем-то, небольшое, очень миниатюрное стихотворение раздвигается музыкальными средствами до почти какой-то мистической картины вот восприятия композитором Петербурга, который, мне кажется,
очень созвучно и поэзии Александра Блока. И мы его исполним с Владимиром Совковым. Струнах тонких. Вот
Представьте, да, вот студент, композитор-студент создает такое вот очень зрелое и очень тонкое по прочтению произведение, стихотворение Блока. Но я хочу сказать, что Георгий Иванович на протяжении всей своей жизни обращался к жанру самой разнообразной песни, камерной песни, романса, просто эстрадной песни. И точно так же еще с консерваторских лет он уже получал заказы от эстрадных и эстрадно-джазовых ансамблей Петербурга, которые очень любили с ним сотрудничать. Потому что Георгий Иванович Наухов был очень точен в своей работе, всегда очень четко исполнял сроки, предложенные ему заказов. И поэтому его песни очень быстро как бы вот становились востребованными музыкальными ансамблями. И таким образом мы очень быстро выходили в публике. Надо сказать, что буквально с 70-х годов и до, может быть, середины 90-х песни Георгия Фирченко украшали ежегодные вот эти вот сборники «Песня года». Можно найти даже сейчас в библиотеке, прямо вот листая с конца 70-х и до 90-х годов, почти в каждом сборнике есть произведение Фирсича. И сейчас мы исполним для вас песню, которая называется «Берег мечты». Буквально пару слов не могу не сказать об авторе стихов. Это ленинградский, петербургский поэт Анатолий Васильевич Петров. На самом деле Георгий Иванович Фирсич в 80-е годы создал большой, очень сложный, очень серьезный, я бы сказала, трагичный цикл памяти своей ушедшей матери на стихи Анатолия Петрова. И вот сейчас мы представим совершенно другое произведение, очень радостное, очень жизнеутверждающее. Вот. И в связи с этим я хочу сказать, что я недавно узнала о том, что поэт Анатолий Васильевич Петров, который родился в 1928 году, ныне проживает в Петербурге. Вот я надеюсь, что эта информация соответствует истине, и поэтому я вот искренне, мы все исполнители, хотим пожелать ему доброго здоровья и еще долгих-долгих-долгих лет жизни. Сейчас мы представим вам песню Георгия Фирсича на стихи Анатолия Петрова «Берег мечты». Yeah.
Вообще не предполагают присутствие человеческого голоса. Более поздний период жизни Георгий Фирцич создает уже крупные масштабные симфонические произведения, полотна с использованием голоса без текста. А в его камерной музыке, вот вокалист, который мы исполним вам сейчас, мне кажется, это вот вершина его показа всех возможностей драматических, каких-то звуковых нюансов человеческого голоса, когда у него нет соседства, нет привязанности к поэтическому слову. И поэтому это произведение мы можем бесконечно исполнять. Я не знаю, насколько это можно бесконечно слушать, но оно, вы знаете, всегда воспринимается по-новому, потому что это пример того, как, опять-таки, повторюсь, без использования слов можно создать драматическую и даже, я бы сказала, философскую картину, очень масштабную, по замыслу, мне кажется, достойную симфонического воплощения. Но тем и интересно это произведение, что Георгий Фирцич очень лаконичными средствами фортепианной фактуры создает вот это вот значительное, масштабное и очень драматическое полотно, где, мне кажется, основной темой является утверждение человеческого духа. Мы постараемся сейчас вам его исполнить. Я приглашаю Игоря Шумаева. Я не слышал задачу, что мы должны сейчас показать. Потому что очень сложно. Что это разное восприятие. У меня, мы когда репетируем это, потом делимся впечатлениями, такое ощущение, что разную музыку мы пели, но тем не менее. Mm-hmm.
было произведение довольно страшное. Вот, ну, мы пробуем и так, и так. И должна сказать, что Георгий Иванович вообще был очень благодарным слушателям своих произведений, никогда не настаивал на каком-то своем вот видении своего сочинения, что как раз характерно, наверное, для большинства композиторов, и он предлагал очень широкое поле для различных интерпретаций людям, которые исполняли его музыку. Мы этим и пользуемся, как говорится, потому что действительно трактовок может быть очень много. И даже не просто вот у разных людей это вызывает разные ассоциации, но у нас самих в разное время, при подготовке к разным концертам, ну, так сказать, мы вот пробуем какие-то различные версии для себя. Но вот сегодня я могу сказать, что была совершенно новая, мы по-новому абсолютно исполнили это произведение, вот как-то даже не планировали это специально, но вот в процессе исполнения вот так вот общения друг с другом иногда рождается что-то новое. Поэтому я так немножко отвлеклась на это, и в это время я должна была уже говорить о нашем следующем произведении, которое мы будем завершать программу первого отделения. Хочу сказать, что Георгий Фиртич пробовал себя в жанре оперном. У него есть опера по Маяковскому «Баня», которая, к сожалению, никогда не исполнялась. Но есть у него также и футуристическая опера, написанная для фортепиано, ударной установки солистов и вокального ансамбля. Как бы написана она по воспоминаниям, что ли, о провалившейся некогда это в 1913 году, постановке оперы «Победа над солнцем» либретто к ученых Велимира Хлебникова со сценографией Малевича, а музыку написал к этой опере композитор Михаил Матюшин. Ну вот могу сказать, что эта опера на премьере провалилась с треском. И дальше были попытки в последующие годы как бы воссоздания этого произведения, не только в России, но и за ее пределами, но долго это произведение на сцене не удерживалось. Георгий Фиртич создал свою оригинальную версию, сохранив только общую сюжетную канву, которая состоит как бы произведение из нескольких частей. Там есть фрагменты сольные, есть фрагменты инструментальные и ансамблевые. Подчеркиваю, что опера футуристическая, и мы выбрали сегодня номер, который называется «Дуэт силачей». Вот, и эту оперную сцену мы завершим программу нашего первого отделения. Я приглашаю Владимира Садкова и Игоря Шумаева. Серьезно. Пьяницы, ци, ци, пьяницы.
Чихнаят! Фу! Хочется сказать, вот даю. Засыпала его вопросами, но спросила бы об этом в подробностях, но теперь остается довольствоваться только той информацией, которую можно прочитать в интернете или вот в книжечке, в единственной монографии Михаила Лобанова, которая существует, о творчестве Фирсича. Знакомство композитора Георгия Фирсича и Владимира, и поэта Владимира Высоцкого в результате вылилось в очень плодотворное сотрудничество, результатом которого стали 30 номеров, вокальных номеров с музыкой Фирсича на стихи Высоцкого. Из них 27 номеров были написаны для мюзикла «Необыкновенное путешествие на Волжском пароходе» по сценарию Кирилла Ласкари. Сценарий, ну как бы это свободная интерпретация повести Алексея Толстого «Авантюристы». Таким образом, Кирилл Ласкари выступил балетмейстером этого спектакля и написал сценарий. Георгий Фирсич создал оригинальную музыку, и Владимир Высоцкий написал стихи. Это 27 номеров к спектаклю, который, как вы понимаете, при жизни Владимира Высоцкого исполнен, поставлен, так и не был. Хотя первый показ худсовету этот спектакль прошел просто на ура, и создатели, так сказать, были очень окрылены вот тем, что они имели такой успех и надеялись, что скоро это произведение выйдет на сцену, но нет. Спектакль был поставлен только в 1983 году, уже после того, как не было на свете Владимира Высоцкого. Он был поставлен в театре Ленком, в Ленинградском театре Ленком, ныне Балтийский дом, поставил его Семен Спивак. Вот, и не знаю, насколько долгой была сценическая судьба этого спектакля, но вот в настоящий момент, к сожалению, он, так сказать, вот пока утерян, поэтому мы рады показать вам сегодня песню о Волге, которая написана специально для этого спектакля и стала в нем своеобразным, ну, лейтмотивом, объединяющим и воскрепляющим какие-то сцены. Итак, Георгий Фирсич, Владимир Высоцкий, песня о Волге, исполняет Лишмой. Там еще прелестная история была с этим, то, что они пришли показывать на худсовет, плясали, значит, перед ними, там все, имели огромный успех. По одной там из версий, значит, им даже заплатили гонорары, прелесть того времени. Значит, гонорары заплатили, но спектакль не пошел. Такая вот. Это есть фильм, не помню режиссера, называется «Страсти по Владимиру». Там такая комедия, значит, о начальнике, который вот это последние годы, значит, советской власти, он вертится на купе, потому что к нему приходят
и спрашивает: вы что, мне отказываете? Нет, нет, я никому не отказываю. Он выходит: нет, не надо. То есть вот такая тема прелестная. А это действительно основной образ этого спектакля, я думаю, должен был быть. На холмах.
стараются, тянут баржи с Каспия, тянут, надрываются, даже не оглянутся, и на версты многие за крутыми тянутся. Всегда закрыт, как решить.
С какой именно песней было бы уместно въехать в такую песенную музыкальную страну, как Италия? Предложения были самые разные, от Санта-Лючии до песен из репертуара Альбано и Ромины Пауэр, но всякий раз оказывалось, что кто-то не помнит слова, кто-то забыл мелодию, и вдруг несколько присутствующих в автобусе студентов запели песню «Мы бандиту», «Мы стрелянту», «Мы ванту». Оказалось, что эту песню знают абсолютно все. И таким образом автобус с русскими туристами пересек границу Италии с песней «Бандиту», «Бандиту», «Кастета пистолетова». И этой песней мы продолжаем наш концерт. Спасибо.
Мато Кинолето, ое, и за это режиссенто да снимато Кинолето. Посылаю
Доброй доктор,
в заключение совет всем вам. На всю жизнь. Не болейте. Хуже. Маленькие дети, ни за что на свете не хотите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не хотите, дети, в Африку гулять? В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный бармалей. В Африке злодей, в Африке ужасный бармалей. Не хотите, дети, в Африку гулять, в Африку.
Африке, разводник в Африке, злодей в Африке ужасный Бармалей! Не выходите, там темно! Представителям семьи Фирсича, которые сегодня с нами в зале. Спасибо за теплые слова Валерия Эдуардовна. Юлии Матвеевне Фирсич, вдове Георгия Ивановича, огромное спасибо за ее преданность. За ее преданность, за помощь нам в подготовке концерта, за поддержку. Огромный привет и долгих лет жизни и здоровья. Спасибо. Если кто-то не в курсе, то концерт вела, играла, подпевала Богданова Екатерина. А денег-то сколько? Так, кто теперь на Ксюшу? Теперь на Ксюшу. На Ксюшу смотри, не отвлекаемся. Ждем. А я что делал? Из последних не отвлекаемся. На Ксюшу. На Ксюшу. А я куда смотрю? Дэнь тебе. Кто не на Ксюшу смотрит, блин? На Ксюшу. Отлично. Ксюша, получилось? Пойдем в бой. Не мучайтесь, улыбайтесь. Вот она, красная дорожка. Вот оно, счастье. Фотографы, фотографы. Так, еще раз на Галю. На Галю. На Галю. Смотрим. Как ты тасуешь-то? Так, я все. Все, все. На Ксюшу. На Ксюшу. На Ксюшу. На Ксюшу, подожди. Ой. Я думала, рожки поставить. На Ксюшу, еще на Ксюшу. На Ксюшу. Все? Да. Теперь можно... А кто у нас командир? Люба. Пожалуйста, на сцену. Вот. Так, куда мы смотрим? На Галю, на Галю сначала. На Галю. А все. Теперь на Ксюшу. Нет, а тут? Давай, давай, ты вставай. Подвиньтесь, пожалуйста, прямо. Она сейчас встанет. Слава Ильичу, подвиньтесь, пожалуйста. А ты меня двигай. Ура! Так, бурные аплодисменты! Бурные аплодисменты! Спасибо.
То есть вот это вот все собрали, а? Я только предоставляю уют, комфорт, например, по репетицию, экскурсию, банкет. А зрителей вы должны собрать. Это мы знаем в курсе. Знаем даже те, кто собирал. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Спасибо. Мы вам по-хорошему позавидовали, в какой квартире вы живете. Это девчонки сказали доброжелательно, правильно? Да, конечно. От всего сердца. Мы вас обнимаем. Девчонки, машите рукой. Спасибо.